Если трудно порой бывает, или грусть посетит вдруг тебя, пусть душа в этот миг не страдает. Помни, это не навсегда. Если кажется все немило и страшит впереди судьба, если выглядит мир унылым, помни, это не навсегда. Если тучи вокруг сгустились, если воет кругом пурга, если руки совсем опустились, помни, это не навсегда. Если кажется нет ни в чем смысла, дней унылых идет череда, в голове только грустные мысли, помни, это не навсегда. После туч вновь засветит солнце, после ночи придет рассвет, после слез вновь приходит в сердце тишина, на молитвы ответ. Если было всегда все просто, разве б стоило счастье ценить? Ведь и в трудностях тоже можно улыбаться и не грустить. Если в мире все проходящее, разве можно унылым быть? Нужно жить только днем настоящим и другим спешить радость дарить. Улыбнись, посмотри на небо, там живет дорогой отец. Знает он каждый срок и время, и не надо его торопить. Все по воле его происходит, у него для всего свой час. Он по жизни с любовью водит и с терпением учит нас. Потому нужно с детским доверием в его руку вложить свою и идти дальше твердой верою за свою не тревожась судьбу. Аминь.